Привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня у нас очередное видео на тему игры «Моментальную лотерею». Играем в лотерею «Кроссворд». Все уже прекрасно знают правила этой лотереи. Здесь 4,5 миллиона рублей главный приз, стоимость вы ее видите. Если отгадываем в кроссворде одно слово, то есть оно совпадает из выпавших букв, из вот этого поля ваши буквы, то получаем 75 рублей. Два слова 150, три слова 750 и так далее. У меня два раза, друзья, получалось выиграть, угадать 4 слова. Вот как-то так. Лотерею это я купил не по своему принципу, по которому брал предыдущие лотереи, но тем не менее, друзья, я не так давно брал на лотереи, в которых выиграл 1500, конкретно кроссворд. Здесь у нас идет призовой фонд 65%. Минимальный приз здесь 75 рублей, так сказать, утешительный для издевательства. И есть большие призы, такие как 3 по 150 тысяч, 2 по 1,5 миллиона и 1 на 4,5 миллиона рублей. Вот как-то так. Друзья, давайте будем начинать. Перед тем, как мы начнем, большая просьба к вам подписаться на канал Технобар Плюс, прожать лайк данному видео, написать свой комментарий, естественно. И большая просьба, смотрите видео, друзья, на канале Технобар Плюс с применением VPN-сервиса. Это очень помогает каналу. Надеюсь на вашу поддержку. Начинаем. Итак, буква О. Первая. Есть. Так, есть. Есть. Да, буквы О здесь много. Пара, пила. Ну, в принципе, вроде как все. Дальше. Буква F. Буква F здесь нет. Буква S. Есть. Есть. Так. Еще буква Т, если попалась здесь, было бы неплохо. Так, в слове карась. Пила, пара, альт, все, в принципе. Дальше. Буква И. В слове пила есть. Ну и, в принципе, все. Так, буква Р. А вот буква Р. Очень такая интересная буква в слове, кстати, марка. Так. Буква R в слове озеро, смысл сетка, пара, пила, карась. Так, ну вроде бы как везде проставил букву R. Так, буква M какая-то корявая, друзья, вот посмотрите. Вот это, я так понимаю, буква M такая, но вариантов больше нет. Ну вот она есть в слове марка, далее в слове мысок или мысок, кому как нравится. Так, ну и в принципе все. Так, поехали дальше. Буква какая? Буква У. Буква У здесь нигде нет. Такая редкая буква. Так, а вот буква К мне нравится. Буква К, вот она. Так, вот буква К. Есть еще она. Кстати, друзья, обратите внимание, букву О пропустил в слове мысок. Сразу же исправляюсь и извиняюсь. Так, буква К, да? Сетка, пара, пила, альт, жнец, озеро, атолл, так и так далее. Напишите в комментариях, друзья, что это за слово атолл, что, какое его значение. Буква Ж есть в слове жнец. Что это за слово, хотелось бы вот услышать. Вот подписчиков и зрителей канала. Так, буква L. Есть буква L. Аж два раза в слове атолл. В слове смысл. Пила. Альт. Вот буквы А нет. Буква редкая. Буква L. В слове алоэ. Так, атолл, алоэ, смысл, сетка, мысок. Так, карась, пара, пила. Есть в слове альт. Дальше. Буква Н. Буква Н в слове жнец. Озеро, смысл, сетка, пила, пара, карась. Все. Буквы Н больше нет. Дальше. Буква Б. Буквы Б здесь нет. Вот она. Нет, это буква Г, друзья. Буква Г, ну, по-моему, она тоже здесь лишняя. Так. Буква Э. Буква Э. Слово алоэ. Вот буквы А нет. Вы знаете, это очень подозрительно. Такое редко бывает, когда буквы А нет. Так, что-то наша монетка
не вытирает. Будем вытирать вот таким образом. Может, сейчас это на удачу, как говорится. Это что, буква П у нас или что? Вот я не пойму. Да, вроде бы как буква П. Ну, друзья, давайте вместе посмотрим. Буква П. Хотя похоже как на Б, но не Б. Буква П, да. В слове пила. Есть. Так, дальше где она еще есть? Ну, она, по-моему, все. Пила, пара, все. Буква П. Мягкий знак. Вот буква А сейчас совпала бы. Блин, как бы было круто. Буква Е в слове жнец. И последняя буква. Буква В. Увы и ах. Не совпали у нас буквы, которые нужны. Буква В тут вообще лишняя. Давайте, друзья, еще раз перепроверим. Так. Марка. Ну, буквы А здесь опять же нет. Буква Э. Такое редко бывает, что буква А не совпадает. Так, в слове род. Р есть, О есть. Буква Д нет. В слове атолл. Буквы Т нет, буквы А нет. Жнец. Буквы С также нет. В слове смысл. Буквы И нет. Так, мысок также нет. Сетка. Буква Е, кстати, по-моему, была. Ну, сетка, но ну, опять же Е. Ну да, вот есть. Но остальные буквы Т, буквы А нет. Буква Т, буква А, если были, ну, было бы круто. Так, сетка там и так далее. Нет, к сожалению, билет без выигрыша, друзья. Он ничего не выиграет, поэтому большая просьба, поддержите, пожалуйста, это видео на канале подпиской на канал, своим комментарием, лайком. И смотрите видео на канале Технобар Плюс с применением VPN-сервиса. Это очень помогает каналу. Я желаю всем удачи, чистого сердца. Всех обнял.